Привет. Добра тебе и тепла, наверное. Возможно, потому что мы вампиры, и нам тут не до тепла и добра. Мы холодные, настойчивые убийцы. Настойчивые. Как ты... Ладно, короче, так, мы распределили, да, там, способности, тыры-пыры. Теперь же нам... Куда нам? Карта! Шантаж... Так, прекрати шантаж леди Эшбери. Леди Эшбери. Расследование. Что у нас тут рядышком находится? Так, отслеживать. Смотрим, где это. Угу. Сходим сначала, наверное, в порт. Ну-ка, может, что-то еще есть рядом? У этих что где? Ага. Зайди гаражи. Выясни причину смерти. Все отлично, идем сюда сначала. Я думаю, я через окно выйду. Шляп такой. Так, ну давай пробежимся. Мочило тут слегка сложно. Почему-то вдруг. А, враги появляются потом. То есть здесь система, типа, как... Ну, в принципе, Souls. Souls игра такая. Like Souls. Как Souls. Короче, здесь уровни есть. Есть выносливость, да? Есть, типа, своеобразная такая шкала магии. Ну, выполняется. Ну, вот, выносливость этого. Фишечки вот эти вот с выносливостью. Так. Это, конечно, интересно. Это, наверное, где-то здесь. Это еще интереснее. Как мне туда попасть? Ладно, сейчас побегаем. Ух ты, ты посмотри. Ехать на улицу, так. Инфлюенция часто сопровождается пневмонией. Чтобы предотвратить распространение испанского гриппа, не выходите на улицу. Испанский грипп и испанка — это одно и то же, да, получается? Охотники. Так, а я... А, ну, может, я здесь как-то обойду и туда попаду. Я прочел, что доктор так относится к смерти Коннора. Он не очень меня убедил. Возможно, мне стоит провести собственное расследование и выяснить, от чего умер пациент. Поняли, здесь еще есть оборотни. It's locked, all right. Last warning, Eliza! It's on us! Oh, Christ!
Да, на, пожалуйста. Так. Это мы куда-то дальше вглубь, непонятно куда мы идем. Здесь все загорождено. Нет, я пока не хочу, мне надо как-то понять, как мне туда добраться. Так, понять бы мне. Прыгать я не могу, ничего такого. Туда телепортироваться тоже нет. Так. Ну, по идее, мне куда-то сюда. На закупленности письменного местных властей. Так я вампир, мне вообще как похую на ваши эти. Я же буду действовать тайно. Что за бред? А куда мне выяснить причину смерти? А, может быть это... Подожди, вот это был морг, да? Не-не-не. Морг, вот он. Может, как раз морг, там в подвал надо идти? Да, давайте посмотрим, блин, у нас черство. Вот старый морг. Эй, мистер. Нахуй пошел. Нахуй съебал. Блять, это вот переключение цели на мышку вообще не круто. А, блять, ну ты тварь. Умирать надо. Сейчас, сука. Сейчас ты сдохнешь.
Так, ну враги здесь без причины появляются заново. Ты посмотри, все эти вещи тоже заново появляются. В чем причина? Иди нахуй. Короче, там. Ну вот, смотри, мы прям вот. Ну все правильно, вот ты пациент. Ничего бы. Как-то вообще неправильно все обозначено, куда мне идти, зачем. It's locked. It's locked. It's locked, alright. It's locked, alright. Right. Так. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Розовая пена. Some sort of drug overdose, perhaps. Передозировка. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Сопли надоели уже. Так, вскрыть грудную клетку. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we Tippett. Talked. Ах ты Tippett, ну ты, ой ты блядь, я ж тебе сказал, иди сука на пенсию, блядь, Tippett, ну хули ты. Такой, я некому работать, о, пожалуйста. Ой, ты Tippett. Ты сейчас вот если что это мне, блядь, скажешь, я тебя нахуй. Я тебя, блядь, сожру нахуй, понял? Сука, Tippett. Ублюдок херов. Ублюдок херов, кусок говна собачий. Давай, давай, иди сюда, я тебя, ты бей, брась. Со мной захотел бороться, а ты, сука, тупая. Я могу таким голосом говорить, но я не знаю, он нормальный или нет. Себя когда слушаешь, такое ебанище вообще. Лучше не слушать. Да, потому что так, сука, говнище получается. Так вот. Так, выходим отсюда. Херам. Итак. Tippett. Tippett сейчас меня получит по своей жопе. Tippett. Камцумир. Tippett, Tippett, Tippett. Что-то все яички пополняются, это вообще нереально, как какая-то хуйта. Где Tippett? Вон он. Грасиас, амиго. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Да. Так. Кокорин, I want you to tell me about Mr. Connor.
How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Так. Кто это был? Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Да, я бы не хотел к тебе попасть. Я вообще не хочу никому попасть. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. С тех пор? Да труп еще свежий, блядь, с тех пор кого-то успел спасти. С тех пор, он говорит, с тех пор я спас столько жизни. Кого ты нахуй спас с тех пор? Кусок ты говна сраного, блядь. Иди нахуй. Goodbye, Dr. Tippett. Браннаган. Где этот Браннаган, блядь? Кокс, сука, еще этот. Браннаган, нахуй. Допросить Гвинет Браннаган. Гвинет. А, точно. It's locked. Чувак, позади. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. У меня есть это от переутомляемости. Так, а как мне ему дать? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Я же сделал переутомленности. Как мне тебе, сука, ее дать? Подожди. I have to go now, sir. Может, на твоей мамашке ее дать? Эй, мамашка. Да, здравствуй, нахуй. Сука! Я не могу ничего им дать. Блять. Goodbye, Mrs. Goswick. А мне точно есть от переутомленности? Ну-ка. Переутомлен. Спрятать такую информацию. Вот, есть у меня 3 штуки от переутомленности. Переутомление. Сука. Я хочу тебе дать. Good evening, Miss. I'm okay. Ну не думаю. Сука. Может, типа расскажите о себе. Tell me. Эй, блядь, не, нихуя. I have to go now. Ладно. Так, где это Гвинет Браннаган, нахуй? Так, это, наверное, медсестра Гвинет. Конечно, это медсестра. Вот. Я уже забыл, кто есть кто, давно не играл. Давно это пару дней. Good evening, Nurse Браннаган. Good evening, Doctor. Так. Чё тут в Лондоне у тебя нет? Ничего, да? Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate. Так, подождите, что она так по словам Гвинет, талант Гвинет выходит за рамки. А Гвинет не сообщила вообще, понимаешь. Короче, они тут все ебутся, все не друг друга любят, а все охуенно, все нарушают. Типа, если по-хорошему, так вот, типа, ну,
если, типа, кого мы будем ебашить, типа, плохих или хороших, так вот, если рассуждать, по белое и черное, то, получается, я должен здесь всех нахуй сейчас сожрать просто вместе с пациентами, и на этом все. А если смотреть со стороны Ведьмака, какой там, типа, мир, и вообще со стороны реальности, то, типа... Щадим их, нам, не убивает. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Я вас не осуждаю. I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done. But to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett's. Так. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett's is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. Только ты ебало ко мне поверни, а не туда смотри. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Чего? Доказательство не сработало? Ой, да иди ты нахуй, слышь, чё? Уже вторая такая хуйня. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Все не завершено. Я, блин, я поступаю так, как, ну, считаю правильным, а они такие охуевшие рожи. То есть три у этого, да, одной нету. И у этого одна. О, блядь, нажался. Так. Головная боль. Мне пока нечего тебе дать. Головной боли. Ложная цель. Так, это где? Угу. Ну, давай сходим, давай. Сколько мне там очков опыта? Наверное, пока не сколько. Не, игруха такая вот показалась мне сначала не очень, но со временем вот это вот... Интересно, да, интересно расследовать, разговаривать с NPC-шными этими чувачками. Чудо как вообще? Ты так просто отходишь, такой, блядь, я пошел. Вообще вы ебанулись. А, у него иммунитет. Блядь, это переключение заебало меня. Ай, чуть мышкой дернул, все. И пиздец какой-то. Иди нахуй. Блять. Так, а можно это поменять переключение цели? Сейчас мы поднимаем, что у него там. Так, нам сюда, да? Правильно? Правильно, все. Здесь мочило какое-то.
посмотри вон мне. Not a good place for a stroll. Stay away. Easy does it, boys. А ты чё? Вот хуёв. Всё равно так же на мышку надо. Теперь, значит, я на месте расследования, да? Ага, мне туда вниз. Как же мне туда спуститься? Так, ну давай. Подумаем как. Ага, вот есть проход. Ты сука такая. Так, и теперь где-то здесь забрать нож. Нужен королю и стороне, вступай, помоги. Охуеть. Сейчас я, блядь, разбежался. Большой красивый нож с именем, выгравированным на лезвии. Клей. This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. Пойдемте к Коксу, вернемся. Так, а здесь я пройду сюда? Да, конечно, должен пройти. Здесь я буду. На-на. Хуёво, мразь тупая. Да, здесь мы были. Головная боль. А ты кто? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed of the Pembroke Hospital. May I be of assistance? Dr. Reed. So it's you who saved my friend Oswald. It's a pleasure to meet you, sir. And you are? Newton Blight. Oswald and I recently returned from the war. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir.
The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Я себе кое-что наливал, чтобы не было рекламы видно. Товара такой какого. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Отлично. Фобия крыс помешала Ньютону спасти своего пропавшего друга. Отлично, замечательно. Да хуище вас ждут, пидор. В хорошем смысле. Козлы. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald, he found me and saved me. Какой-то вообще. Ладно, поговорим. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. А где Освальд-то? Освальд. Он уже уебал куда-то. А вон твой Освальд. Сзади стоял. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes. This neighborhood may stink of dog shit and reek of piss. But to me, it smells like the purest mountain air. Так. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Ты охуел, блядь, слышишь? Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctors said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Так, чё у него? Он старается справляться со своей клаустрофобией, не прибегая к услугам врачей. Хорошо. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All I care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone.
Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Так, ну-ка, что за подробнее? Типа, влияние равное, да, типа? Хуй его загенетизирую. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during the shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without. Короче, вот это вот из трех вариантов бывает один нужный, а я думаю, что типа, ну, надо все там потыкать, поинтересоваться. А выходит, что и вот это потом, типа, хуй тебе, блядь, а не подсказка. Даже во время обстрела на войне. Угу. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days. Days like months. Oh, the terror. The shameful thoughts. Lord have mercy. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. Yeah, I thought about what I could do to survive. Just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. Так. Вот оно. Вот. Блять, и сюда это добавили, и в этой игре, блять, сука. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Ну нечего стыдиться, ну. Гомосекта, ну и ладно. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. Честных людей. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Newton. Эй. Где этот, блядь?
Ньютон. Здрасте. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see? Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. And surviving it again gave me strength. You believe that? Mm-hmm. How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? Mm-hmm. I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Так, все разгадки друг друга. Угу. Кто признает свою гомосексуальность? Ну что ж, пора признать ее. Пора тебе, сука, признаться нахуй. Так, а я никому не скажу, будьте осторожны. А, любите, будьте любимы. Ну, это... Тут, я не знаю, они все варианты, будьте осторожны, да, в то время, типа, было, типа, нельзя было так вот выйти и сказать, я педик. Естественно, тебя сразу на костер, потому что подумаешь, что в тебе бесы, на костер, ты ебанут. Я никому не расскажу, ну, тогда тот залупится, типа, что я, а вот этот совет, а это совет просто, любите и будьте любимы, все, вот этот совет. Совет вам да добро. Совет вам да любовь. Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. Ну да, Бог дал нам выбор. Words, sir. But it ain't that easy. It's all so new to me. Ну, блядь. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Мало ли. Бегаю тут, разбираюсь, вместо того, чтобы убивать кучу вампиров. Да, здравствуй. Отличный вопрос. Ньютон is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Ньютон still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Я закончил с вами. Вы все? Головная боль. Так, ну все, я все выяснил, все поговорил, все не... Все пооткрыл, все. Take care of yourself. Заботьтесь о себе, о друг друге, о еще ком-то, не знаю. Мне, честно, плевать. Я
ради вампиров здесь зашел. На тебе твой нож, нахуй, ебаный. Сучка тупорылая. Привет, док. Нахуй, на тебе нож. I have found a gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man. Награду, на тебе в печень такой. Make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. Чё, блядь? I'll leave you for now, Mr. Cox. Мистер Кокс. У вас нет связи, вас никто не будет искать, мистер Кокс. А может тебе ёбнуть, мистер Кокс? Ничем не болен? Мистер Кокс. Ну вот одно расследование качества крови не было. Ну он же козел полный. Че бы его не сожрать? Мне интересно. Ладно, давай посмотрим дальше. Расследушки наши. Это где оно? Угу. Давай, давай сходим. Даже сценарий получше. Да. У вас вообще есть время очень тяжелое. Блять. Я, конечно, понимаю физику плаща, но что происходит? Почему у него в ноге плащ застрял? Прям в коленке, блять. I cannot enter. Так, все правильно. Сейчас через мост. О, там что-то мигает. Ингредиенты. Где-то вот в этом районе. Либо здесь по низу идти мне. Нихуя там 14-й. Здрасте. Я не понял, а почему мне эта хуйня включена? Почему дробовик? Не могу понять. Я же его не ставил. Так, 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 так. А,
А, у меня 4 способности, сверхъесть. Блять, а я и не взял нихуя. Я такой, блядь, прикачай что-то другое. Сука. Угу, теперь буду иметь в виду, что 4 способности могу использовать. И одну сверхспособность. О, там тоже маляет. Угу, 4 патрона, хуйня, короче. Там 14 уровень у него. Да он меня расхуярит. Стопудово. А мне к нему, да, надо идти. Я так понимаю, потому что здесь-то... Ну-ка, что, здесь реально тупик? Вообще другой район. Ты кто? Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Кто ты? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember. О, вот это ты моя жертва. Здравствуй. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? Так. So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier, I can respect that. Уважает солдата, Чак, конечно. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The wet boot boys work for me. All of them. Situation around here is better than other districts because of us. Because of me. Okay. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here, like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Кто ты, чё ты, чё там, не ставя на любовную связь с Эдвиной, будь не стал главарем банды. Чё? Любовную связь с Эдвиной? Эдвина, это же жена Кокса. Ах ты, сука такая. Я вас уничтожу. Сожру с говном, блядь, с какашками. Это серьезно. Вы бандиты. Вам пизда. Так, сначала мне надо в аптеку зайти. Аптека, сука, там. Ладно, давайте... что-то... Там ебанутый этот псих орёт. Так, кости не напасть нельзя. Шестнадцатого?
Так, уходим, уходим. Так, 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 так. Так, 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 так. Фу. Здорово. Так. И там еще один, да? Че, реально всех троих? Поклал. Так, список доктора Стрикленда. А, заказчик доктора Тора Стрикленд. Пермская больница, список вещей. Так. Там что произошло? Да, теперь все, мне назад. Ну блин, хорошо справился с этой всей шушерой. Шушерой. Ага. Так быстрее будет. Тра-та-ти-тра-та-та. Так, а если я к Коксу подойду? Скажу. Ха-ха! Чувак, трахает твою жену. А где он? Блять. Косёк, как он тут зашёл? Эй, док! А нет, это нихуя, сука. I'll leave you for... Ну ладно. Понятное дело.
will not let you down, my boy. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a... Экспериментов тоже с кровью пока не был успешен, то тайне проведенных пациентов экспериментально кажется вот из банки. Lethal poison without the correct dosage. Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments. I may try to gather these substances, and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. Doug. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Goodbye, Dr. Strickland. Так. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. А у меня это все есть? Или как? Или где? Давайте сейчас посмотрим. Сколько у меня опыта? Я там не вижу нихуя. Так. А что надо сделать? Подожди. Собрать ингредиенты, создать лекарство, положить на свой стол единицу гипохлорита, натрия, положить на свой стол единицу перманганата калия, положить на свой стол 6 единиц тартрата железа. Переработать. Нахуй. Ты переработать, нахуй. Переработать. Улучшить. Семурона. А почему не могу увеличить? У меня что есть? Странно. Что-то странно. Типа, что за хуйня? Пила, да? А, мне сейчас надо улучшить до второго уровня.
Угу. Чё, вот это мне, да? Хинин, тартрат железа, раствор гипохлорит натрия, хинин. А мне что надо? Так. Гипохлорит натрия, перманганат калия. Перманганат калия, блядь. Калия, кадеин. И давай попробуем создать по одной. Сука. Блять, я не знаю, где эту хуйню брать. Ярость, бездна. Сколько там, я не вижу. 505 единиц. Ну, конечно. Так, 10 уровень. А где я могу пострелять в свой инвентарь? Смотрите. Калия 13. Опиум. Тетрад железа. Хинин. Гипохлорит натрия. Перманганат калия. Перманганат калия. Это нам, короче, сейчас надо... Где этот индус? Вон он. Нам туда, короче. Он вроде как продавец, и у него вроде как есть все эти штучки. It's locked. Good evening, Dr. Reed. Да. Чё, тут нет нихуя, тут задать лично просто тоже не хочу. Тартрат, раствор гипохлорита, кадеин, перманганат калия. Термогонат калия. Купить несколько. 2, 3, 4, 5. Пусть будет 5. Гипохлорит натрия у меня есть? Натрия есть.
Пермагонат калия есть. Тартрат железа 6 есть. Да? Да, блядь! Так. Есть. У меня все это есть. Ну. Ну теперь-то мне просто надо зайти. Че, я могу тебе что-нибудь дать? Да завали пасть. Я хочу препарат какой-нибудь. А он ничего не хочет. Потому что он... Ебанутый. I have to go now. Ну у меня все это есть, но если сейчас он скажет, нахуй, то я прям не знаю. Или мне надо прям к врачу к этому подойти. Я не понимаю. Ладно, давай мы к нему вернемся. Гипохлорид натрия. Вот давай еще раз с тобой. Да блять, сука такая. Смотрим. Гипохлорид натрия. Есть. Да? Так. Перманганат калия. Ищем. Перманганат калия. Вот, перманганат калия. Есть. Теперь. Ой, чё там? 6 единиц тартрата железа. Смотрим. У меня их 55. Тартрат железа. Есть. Чего, блядь, надо? Может, к нему надо вернуться? Давайте вернемся, блядь. Где он там? Вон. Good evening, doctor. And good evening to you, doctor. Давай. Да у меня все есть. Что тебе, сука, надо? Goodbye, Dr. Strickland. Может, мне это как-то надоедает тут у себя. Нет. Я не могу это ничего. Сюда. Вот на этот стол. Ну, я не понимаю.
The flower's dying. Strickland's project could be dangerous. Здесь, блин. Never mind to report him to Dr. Aykroyd. Если лекарь Стрикера сообщить обо всем. Да отнесу я ему лекарство. Пусть он, блядь, занимается, развивает медицину. У него вообще какие-то есть сплошные нехотелки. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive, or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Goodbye, Dr. Strickland. Где, блядь, Dr. Strickland? Иди нахуй. А наверху, да, нахуй? How long must I wait, damn it? Blaming me will not further your... А чё там, кто там, чё, блядь? It's locked, all right. At least Strickland can't kill anyone with this formula. It's locked. It's locked, all right. Ассоциации нужно сообщить о недавнем служебном проступке, который прошел в больнице. Было неопровержимо доказано, что медсестра Гвинбранган вела себя непрофессионально и тем самым подвергла опасности жизни пациента. Ни при каких обстоятельствах медсестра не должна ставить диагноз и выписывать лекарства, не известив об этом лечащего врача. Инициатива на этом пользу. Пускай так, пациент выжил. Короче, он эти пишет, да? Странный стукач. Вот что я сказал. Так. Теперь. Далече. Угу. Это он туда, где там был орущий какой-то уёбок. Так. Мы с ним еще раз поболтаем. Good evening, Dr. Strickland. And good evening. Так. Угу, нет ничего, да? Goodbye, Dr. Strickland. Так, где это? Пипет. So lucky to have Dr. Reed, you know.
Convenient. Good evening, Nurse Brannigan. Good. Так. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Так. Ладно, я вас поддерживаю. Have you heard of Elizabeth Blackwell? She was the first woman listed on the UK medical register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ладно, пойдемте наверх. Так, ну кокса я бы сожрал, если честно. Он преступник. Он не заслуживает особо такого-то. Чувака тем более убил, он из банды. То есть... Он убил... Да! А чё и нет? Давайте попробуем, давайте рискнем. А, это же неинтересно, если все будет вот так вот очень... Я кокс, я за него все выполнил. Все расследование выполнил. Ничего не болит. Мы его вылечили. А теперь и сожрем его. Он хуёвый чувак. А я могу и сохраняться вообще? М? Интересно. А, нет. Ну ладно. Так. Здравствуй, Кокс. Hey, Doc. Здрасте. Вот и времечко пришло. Кокси, 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 кокс. Кокси, у тебя нету никого. Ты остался один, а твоя стерва жена изменяет тебе. Нахуй ты такой нужен? И на жизнь ты очень зол, и людей ты убивал. Но тебя нам не жаль, потому что я вампир. Трандон, 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 трандон. Обнять. Our killed, extorted, stole. Now I die. Fuck it. I live the way I wanted. Угу. Вот его последние слова. Я бил там тыры-пыры. Хоть пожил человеком. Нет. Ты был не человек, ты был хуйло ебаное. За это ты умер. Я помог тебе, чем смог, но ты и сам не хотел. 72, 75, 72. Стерон? Что, 10? Серьезно?
Ну ладно, конечно, 110. Так, сколько у меня там опыта? Блин, я не вижу. 1200. Хорошо, пойдем поднимем уровень. Поднимем уровень. Так, а, кстати, мистер, я могу тебе продать дух, который нахуй не нужен. I'd like to... Так, купить, продать. Скромное, но дорогое обручальное кольцо Крея Кокса. Да я, может, их разберу лучше. Так, сейчас твои будем проблемы решать, дурочка. Тебя жаль, конечно. Дурочка, дурочка. Так, это стол, где я по заказам делаю лекарства. А этот стол, который для меня. Так. Ага. То есть это тоже можно было продать. А, и кольца, я их не могу разобрать, только тоже продать. Окей. Часть обычной рукояти. Сука, часть обычной рукояти, блядь. Часть обычного спускового механизма. Ебаный в рот, ими-то все брать. Ладно, сейчас мы еще с вами вернемся. Опять к продавцу. Кстати, время уже пора закругляться, а то, наверное, уже до хренища времени прошло. Ладно, давай на этом закончим. Поэтому всего тебе хорошего. До скорого. До счастливого.